Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Empire Total War за Пруссию. Ну что ж, осталось нам, я хочу добить еще вот эту вот турецкую армию. Тут, думаю, на авторасчете, да. Тут очень потрепанные, покоцанные вражеские войска. Вот, и сейчас давайте попробуем с ними подписать мир. Единственное, что плохо, то что вот эта вот дорога, она будет нам недоступна. Вот, а я бы хотел все-таки с Грецией разобраться, чтобы она мне тут не портила, так сказать, картину. Так, еще тут нужно посмотреть, что мы сможем сделать. Минус 6. И тут у нас есть вот этих два. Можно их в армию закинуть, а с армии сюда. Ага, так тоже не подходит. Блин, чуть-чуть не хватило. Ну, минус 4. Надо было их тут оставить попросту. Ладно. Нет, так нет. Так, этот отрядик сюда. Ну, просто у Греции есть армии. Вон тут в городе, тут стоит, тут стоит, тут в городе войска. Хотелось бы с ними... Они не захотят, наверное, эмира. Но если захотят, давайте посмотрим. Не. Не хочет ни в какую. С папой тоже пробовал между сериями посмотреть. Не хочет он. Так, и что, если я сейчас замерюсь, вот эта армия, она сюда ведь... Или она назад вот сюда перекинется. Черт его знает. Наверное, что все-таки нужно мириться, потому что много денег уходит никуда. Но тут, если что, нужно обойти. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Может быть. Могло быть и хуже. Намного. Так, если я тебя уведу, то, в принципе, все норм. Ну и что ты в город, блин, не лезешь? Ну, смотрите, у этого хватило... Ну, есть, было, куда передвигаться. Он, зараза, не передвинулся. Так, сюда, сюда. Тут, правда, такие классные войска. 4. С тебя убрать. А, ёшкин кот. Ладно, ладно. Что тут, я думаю, не случится. На этот ход за один ход. Так что может быть. Так, тебя мы заныкаем вот сюда. Крестится все. Все крестится. Бабки молятся, яхты строятся. Так. Пошли сюда. Гент обнаружен. Так, что там такое? Разделение власти, хорошо. Бунчирни Болгарии. Угу. Еще ты. Не смогут у нас следующий ход, а может он уберет отсюда свои войска. Ну, не войска, а имама. Нет, нам все получилось. Хорошо, 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 хорошо. Так, турки, давайте мириться, давайте торговать. Сейчас еще и не захочет. Нет, вроде бы захотел, да. Захотел, захотел, захотел. Так, а что если бы мы поторговали, а? Купил, продал. Нет. Так, сколько у меня? 4000 есть в кармане. Давай я тебе дам штуку звонких монет. Я тебе дам право прохода на 5 ходов. И я тебе дам... Да что угодно там. Разделение. Нет, это не дам, это не дам. Что тебе дать? Вот это морское. И штуки не дам. Вот набери мушкет. А? О. Так он согласен. Хорошо. 21 тысяча. Вот это я понимаю. Правда, я хотел, конечно, сразиться еще с турецким флотом. Посмотреть, как оно что там.
от него тоже так буду выгребать, как от испанцев, или меньше, или больше. Кто его знает, кто его знает, всякое возможно. Так, тут все спокойно, тут все спокойно. Крестьяне только бунтуют, реформы, понимаешь, требуют. Реформы. Так, что у нас тут? Пушенцы, кавалеренцы. Вот тут у меня есть кораблики, можно бы было что-то сообразить, взять эту армию, допереобучить все, посадить их и высадить возле Неаполя, чтобы можно было тут разобраться с испанцами и с папой, возможно. Ну, можно, конечно, вот тут обойти, но это далеко. Сколько тут? Смотрите, 1500 почти, что он не блокировал. Так, 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 что дальше? Эти обойдут, эти сюда высадятся. Вот тут какой-то еще у меня бежал. Ага. Ты типа должен бежать сюда, походу. Хотя зачем? Если тут и так все в порядке. А ну-ка. Ага. Хрен там. Сюда. Бунтуют, зараза. Ну. Ну так, конечно, не хватит. Непонятно. Еще парочку отрядов нужно сюда запихнуть. Либо нанять каких-то. Их, конечно же, нет. Дворцовой гвардии. Денег нету. Ладно, не будем тратить на всякую фигню. Когда мы можем туда отправить обычную пехоту. Ну вообще. Кого отправить? Тебя? Мало. Тебя? Мало. Вот и все. Успокоился. Вот этих разве что можно. Они, в принципе, дешевые. Две штуки. Вот и пусть сидят. Пусть успокаивает их. Так, ты у нас заныкайся. Сюда. Так, где-то тут русский дворянин пробегал. Все. Отлично. Так, тут у нас строится. Пока что ничего не строю. Денег вообще нету. Беда. Беда черная, невидная. Так, ну тут еще ждать. Еще ждать, 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 ждать. Ладно. Пропустим ход. А может, американцы захотят. Видят, как мы с турками разобрались. Что они захотят мира. Не. Ряд, иди ты в одно место. Ну ладно. Хотел я, конечно, высадиться в Америке, отправить туда армию, но сами видели, что испанцы сделали с нашими кораблями. Аннигилировали их. Правильно, правильно, турок, уходи. Ты в каждой войне турок по две области теряет. Ну, дальше уже Стамбул. Ты смотри, турок. Так, вот ты чё приперся, а? Что ты тут делаешь? Приперлся, ну тут. Сам напал, лол. А не, это я так или нет? Не, ну это он атакует. Или я? Такое впечатление, что он типа шел-шел и попал в мою область. Ну давай. Фух. Тут с опаской нужно на это все смотреть. Ну пусть нападает, я там в лесу стою. На пригорке еще небольшом. Так, мысленные мастерские. Ты поломал меня, зараза. Шо у тебя там? Плюс два. Так, сюда. Все, кавалерию оставил. Угу. Ах ты, зараза. А надо оставить, блин, что поделаешь. Вообще, кавалерия, оно такое, конечно, в основном для добивания.
Так, 21 000. Знаете, что это значит? Знаете, то, что можно нанять себе еще кораблей. Так, тут у испанца 4 кавы, 2 пушечки, 3-фунтовые пугалки, пикинеры устаревшие, вот это вот фигня дворцовая, короче, такая себе армия, блинная рота, да, этой армии на пенсию уже давным-давно пора. Так, тут я сразу не буду высаживаться, я подожду, чтобы, ну, восстановился тут, короче, ход, чтобы нормально там было, можно было высадиться и проатаковать. Так, ну, эта армия просто тут расквартирована, так сказать. Перекроют здесь путь французу. Вот, хорошо. Тут спокойно. Можно, кстати, что-то и построить. Кстати, вот тут видел где-то шахты. О, пусть строится. Так, а поломалась у нас, я так понимаю, это вот здесь, да? 1200, ладно, заплатим. Кстати, где-то тут тоже что-то было поломано. Вот это вот. 12 000 я не отдам. Ну вас туда самое. Ай, тут, ну, блин, 16 их можно иметь. О, давай вложим тут деньжата. Пока что. Все, больше их тут не наймешь. У меня проблема то, что нету портов нормальных, военных. Вот это действительно проблема. Видимо, надо тут вложиться. Тут везде всякие такие хозяйственные. А вот боевых, я думал, одного мне типа хватит. Я там создам крупный флот, сильный, пойду разобью. Ага. Размечтался. Мечтай, рыбонька, мечтай. Так, тут тоже всякие торговые порты. А тут... Это какой порт? Это вроде бы военный. Да, это верфь, но она старая. Очень-очень старая. Давай рыболовецкое хозяйство. Ну, вроде бы здесь все. Деньги все закончились. А, тут даже не восстановишься. Давай это добьем, чтобы оно тут не бегало позади. Вообще можно, знаете, как сделать? Вот тут отменить. 4000. За этих 4000. Всю эту звездобратью восстановить. Угу. Вам построилось. Милан построилась. На налоги. Только налоги не собираю. О! Отлично. Если тут. О! Отлично. Мюних. О, так тут и есть налоги. Тут отлично. Вроде никто не бунтует. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Тут собираем. Хоба. Нет. Не буду. Тут. Хоба. Нет. Все еще недавно их захватили, они все еще помнят. Так, ты все равно не доберешься, ну, значит, возьмем наших вот этих двух друзей, вот их сюда где-то вот тут поставим. Я так понимаю, этот католический священник, он пойдет дальше. Ну все, вроде бы все. Ладно, завершаем ход. Эх, еще с французским флотом придется сражаться. А его много.
О, испанец. О, потерял испанец. Может, это те корабли? А ну-ка, ну-ка. Если это они, то будет чудесно. Дурак. Троллит меня. Блин, ну тут набирает такие флоты. О, капец. Чтобы на них нападать, это нужно рядом своих штуки 3, наверное, иметь. Такие большие, иначе просто заклюют. Просто мясом заклюют. Даже если у тебя будут большие корабли. Так, куда ты лезешь? О, пастор. Падре, идите ко мне. Куда ты пошел? Зачем ты туда пошел? Наверное, на Испанию пошел. Мне что-то кажется. Может, на Францию? Нет. Наверное, что на Испанию. Они вроде бы воюют тоже против Испании. И там нас защищали каждый раз. Так, лаймовый сок и квашеная капуста. Огромные изобретения. Прям я не знаю. От цинги, наверное. Картечь. Ну, корабль с мортирами, я не знаю, нафиг он нужен. Так, а вот это вот обшивка медью, да? Не знаю, что. Обшивка медью, но там, походу, я знаю, где оно исследуется. Ты бери исследуй, например, вот тут, типа. А ты бери исследуй вот тут. Да. Так, Лейпциг, 33 хода, хрена себе. Это что такое? Гусары. Какие-то войска новые. Угу. Тут всякие такие интересные какими-то значками. Вот он, какая красивая униформа. Да хрена, конечно, войск, но, блин, вот тут нанимать их — это то еще развлечение. Найти то, что тебе нужно. Ух ты, зараза. Вау, это ж первый ранг. Это первый ранг. Давай, блин, гоните. Корабли первого ранга. Это думал, то оттуда там вышел тот покоцанный флот. Еще немножко потерял там. Ага. Там первый ранг вышел. Господи. За что? Зачем? Почему? Чем я тебя обидел? Так, шутки шутками. Вена 2,2. А если убрать? Наверное, 2 будет. А, 1,5. Да хрень его знает. 2,2. Тоже 1,5, наверное, будет. Ну да, 1,6. Ладно. Стой, Вене. Знакайся вот сюда. Так, дальше. Дальше. Берем вот это. Ну, зайди. Так, вы тут все восстановились. У вас есть артиллерия, у вас есть кавалерия. Только где-то испанский. Испанская армия потерялась. Так, вы все. Оба. А ты что, не можешь? Не может. Почему? Флот. Та... Я ж посадил на корабли, да что за... Так, сюда сможешь высадить? Не сможешь. Можешь высадить сюда? Ну давай попробуй. Высадил. Хорошо. Давай назад. Хода хватает? Вроде бы хватает. Сидит, сидит. Опа. Зашел.
Да, блин, блин, хомуха. Так, ты сюда, во. Ты сюда. Блин, да что за бред? А, у меня тут хватает уже. Ну, чё, не знаю, что со мной творится. Что-то я туплю. Так, иди сюда. Туда ты, конечно, не зайдешь. И ты сиди пока тут. Флот домой. Тут слишком опасно. Адмирала не хочется терять. Хоть он, конечно, и так себе. Но почему бы и нет. О, там какой-то прокачанный. Ну, это ему не помогло. Хорошо. Пусть они, короче, вот тут где-то стоят, на видном месте, чтобы я мог ими воспользоваться, когда мне будет нужно. Так, что у нас здесь? Эта армия восстанавливается, но пусть она вот здесь стоит, чтобы она тут смотрела и следила за тем, что там происходит. Так, ты идешь у нас сюда. Хорошо. Кто там? Опять. Опять восстанут, и опять на следующий ход будет держава разгромлена. Ой-тю-тю. Так, флот. Так, пока что сюда. Ну, вот эти, тех четвертого ранга даже не буду, наверное, строить. Они маленькие. Слишком маленькие. Хорошо. Ну, вроде бы все сделал, что хотел. Так, это что такое? Это верфь. О, кстати, это верфь. Это торговый порт. Это торговый. Нужна ли нам верфь в Средиземном море? Это торговый порт, я думаю. А тут... А тут я что-то вообще не вижу порта. Вот в этой области. Ну, можно, конечно, построить. Можно. Вот так. И сюда этого поставим. Пока идет строительство, чтобы тут никто не ударил. Ладно, пусть будет. Оно вообще мне что даст? Возможно, что строить. Ага, нормально, большие корабли. Угу. Ну, хотя бы такие. Но первый ранг там у испанцев, блин. Как их разбить? Ну, разве что их там будет, так как есть 3 штуки. А я нападу всем своим флотом. Огромный. Но там еще галеоны были. Галеоны это тоже не хухры-мухры. Попробуй их разбить. Крепкие. Ой, только не говори, что ты ко мне идешь. Не, вроде бы не идет. Вроде бы пошел какой-то свой порт. Тут еще нанимает и нанимает. Да что за бред? Сколько у него флота? Не, ну, у турков, конечно, был огромный флот. Ой, такой. Там больше, чем у испанцев кораблей. Там больше, чем у британцев, наверное. У испанцев не так уж и много кораблей. И тут вижу проблемы с деньгами. Что-то делает непонятное. Они воюют с греками. О, американцы приплыли. Так, что будем в Праге строить? Да ничего не будем. Зачем? Я тут так построил, чтобы было. О! Каменец. Что мы тут построим? Ремесленников.
Тут еще какой-то городок. То же самое. Построим. Так, эти прокачались. Этот прокачался. Хорошо. Угу. Корабль первого ранга. Круто. Четвертого. Конечно, все круто, но не круто. Нам нужны большие корабли. Давайте так, пусть будут на прикрытии. Так, здесь у нас крепость. Ну, значит, будем стоять ждать. Я думаю, они выйдут. Я думаю, что они выйдут. Так. Этих две армии. Раз, два, три, четыре. А, мне тут хода не хватит. Так, что с тобой делать? У вас там до хрена. Не, ну если я нападу на него, то я думаю, он пойдет сам на меня в атаку. Осадить. Ага, я могу осадить Афины. О! Здрасте, Ганновер. Ладно, давай пойдем на Афины. Просто возьмем в осаду. И вот так. Будем сидеть, ждать. Хотя, наверное, да, зря я это сделал. Ой, тут будет сложно. Эта армия нам никак не поможет. Испанцы, я же тут торгуют. Хорошо, хорошо. А Ганновер, как его сюда занесло? На кораблях приплыл? Серьезно? Да. Сразу строить начал. Ну да, у них там бабла. Немерено, они же ни черта не делают, ничего не нанимают, ничего не воюют. Сидят там себе по норам. 4500, 6700. Вот это вот вкладывай, вкладывай. А профита никакого. 6000. Тут какой-то военный. Не знаю. Наверное, что не надо. 7500 слишком дорого. Это нам не надо здесь, в Черном море. Можно тут где-то. Всякие вот такие вот тыловые, скажем так. Вот здесь можно построить. Порт можно построить. На этом деньжата закончились. Так, 26000. Хорошо. Ладно, ребята, будем на этом завершать. Мне нужно просто отойти. Вот. Так что, благодарю вас за внимание. С вами был Азар. Всем пока, всем всего хорошего. И до новых встреч в эфире.